Тыл вооруженных сил – составная часть вооруженных сил, совокупность воинских соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое обеспечение и по службам тыла техническое обеспечение войск и сил. Тыл вооруженных сил Российской Федерации включает Центральное управление военных сообщений Минобороны России, Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, Автомобильно-дорожное управление Минобороны России, Центральное управление ракетного топлива и горючего Минобороны России, Центральное продовольственное управление Минобороны России, Центральное вещевое управление Минобороны России, Служба пожарно-спасательной и местной обороны ВС России, Ветеринарно-санитарная служба ВС России, Управление экологической безопасности ВС России, Главное управление торговли Минобороны России, Управление по активному отдыху Минобороны России, Управление сельского хозяйства Минобороны России, Военно-научный комитет тыла ВС России, Секретариат начальника тыла ВС России, отдел кадров тыла ВС России, отдел военного образования тыла ВС России, тыл СВВС России, тыл ВВС, тыл ВМФ, тыл КВ, тыл РВСН, тыл ВДВ, тыл военных округов ВС России, автомобильные войска, железнодорожные войска ВС России, дорожные войска ВС России, трубопроводные войска ВС России, войска охраны тыла ВС России, День тыла, в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации от 28 июля 2011 года, номер 1270, о праздновании Дня тыла вооруженных сил Российской Федерации, День тыла отмечается 1 августа. Источники: Советский энциклопедический словарь, сайт Министерства обороны РФ, сайт Обозник, История тыла Российской армии.